Друзья, приветствую всех вас на канале CoinAls. Давно я сам не снимал видео, сегодня решил снять видео. Это видео про монеты от моего подписчика. Он выслал все эти монеты, монеты Washington Quarter. Здесь коллекция 90-х и 2000-х годов. Сейчас я по одному просмотрю. Но это не очень дорогая коллекция. И поэтому подписчик решил так, чтобы я просмотрел и сам решил, сколько она стоит. Всю эту коллекцию он хочет продать за $250. Так что я не отказался просмотреть. Здесь очень много монет. Монеты, как вы видите, в отличном состоянии. То есть это не использованные монеты, это монеты из коллекции. Вы тоже также можете, если у вас есть интересные монеты, продать их. Но опять же я говорю, я не покупаю очень дорогие монеты, я покупаю всю коллекцию, и из этой коллекции я сейчас буду просматривать вместе с вами, потом по отдельности просмотрю. Вот, видите, бранк. Вот бранк на этой монете. Вот угол. Вот здесь, вот. Посмотрите, видите, вот это бранк. Это бракованная монета. Эта монета уже стоит минимум $15-20. Из всей этой коллекции наверняка, что 2-3 монеты будут интересными. 89-й год. Опять же повторю, если у вас тоже есть интересные монеты, интересная коллекция, и вы хотите ее продать, вы можете мне написать в комментариях, переговорить со мной по WhatsApp или Telegram, выслать вашу монету, а там я уже дальше решу, покупаю я ее или нет. В принципе, я всю эту коллекцию хочу закупить для себя, то есть купить. У меня тоже есть большая коллекция Washington Quarter. Ну что я могу сказать, в этой коллекции каждая монета минимум стоит $3-5, есть такие, которые стоят $10. Но сама коллекция чистая, чистая в том смысле, что монеты новые, не использованные. И для коллекции такие монеты отличная находка. Также я скажу, что в этой коллекции наверняка, что есть интересные монеты, стоящие денег. Сейчас я не буду впадаться в подробности, какие из них стоят, какие нет. Я просто хотел вам показать данную коллекцию, объяснить, что многие мне пишут, как продать. Все хотят зачем-то именно мне продать. Я покупаю монеты, правильно, но я покупаю, как вам сказать, большую коллекцию. И из этой коллекции выделяю для себя. Вот эта индиана стоит денег, но она в плохом состоянии, 2002 года. Эта монета стоит денег, но она не в хорошем состоянии. Как видите, в черном. Я еще проверю, зачем она в черном таком виде. Дальше у нас что? Дальше у нас ...2015 год. Но опять же, вот видите, вот здесь, вот. Вот здесь, вот это тоже бракованная монета. Надо проверить ее. Сейчас я на глаз так не смогу, нужно посмотреть это все через лупу. Оставим ее. У меня очень большая коллекция бракованных монет. Я собираю бракованные монеты. Поэтому основное мое хобби — это собирать бракованные монеты. В начале моей всего, что, как бы сказать, коллекционирования,
были старинные монеты. Я собирал старинные монеты, античные монеты. Ну, большинство моих подписчиков знают, что у меня очень большая коллекция старинных монет. А сейчас я начал собирать бракованные монеты. Поэтому, если у вас есть бракованные монеты, обязательно напишите мне в комментариях или на email. Email отмечен на моем канале. Кстати, для новых моих подписчиков, кто не знает еще меня. Меня зовут Иса. Я собираю монеты. На моем канале собраны более 2000 видео монет, проданных на аукционах. Я хочу и объясняю тем людям, которые не знают цену своих монет, сколько они могут быть стоить. А старые мои подписчики знают, что я покупаю целые коллекции. То есть, вот как это, я сейчас $250. Наш коллекционер, мой подписчик, хочет за эту коллекцию, но он прислал мне, чтобы я сам просмотрел. Я сейчас с вами просмотрю это на глаз, быстренько. Потом по отдельности через лупу я уже просмотрю насчет браков. Но опять же повторяю, коллекция очень чистая, как вы сами видите, монеты очень чистые, неиспользованные. Так что для моей коллекции, у меня тоже есть такая коллекция, эти монеты будут неплохим дополнением. год, Кентукки. Друзья, как вы знаете, сейчас уже наступило такое время, что скоро вообще не останутся монет, то есть монеты не будут выпускаться, электронные, биткоины, эфириум, все такое. И даже есть такие страны, которые уже даже не используют бумажные или железные деньги. Так что скоро все эти монеты увеличатся в цене. Мы за эти несколько лет были живыми свидетелями, как монеты, стоящие, например, в 2000 году копейки, в 2020 году уже стоили целое состояние. Так что берегите свою коллекцию, берегите свои монеты. Так, что у нас еще здесь? Сейчас мы с вами просмотрим все до конца, а потом я уже опять их повторяюсь. Вот этот 2003 год, Арканзас тоже стоит, но у меня есть такая монета. У меня есть такая монета, и в принципе она мне не нужна. Но остальные монеты, вот как это, какой это год? 2006 год. Дакота. Как видите, монета в отличном состоянии, так что эту монету я наверняка что использую в своей коллекции. Опять же, за $250 нет, но за 150 я, наверное, договорюсь с моим подписчиком, и он сам тоже понимает, что это не редкие монеты. То есть здесь единственное, что я могу найти, это когда посмотрю до конца бракованные монеты, если выйдут, если будут монеты с браком в этой коллекции. Если это будет так, то эта коллекция будет стоить больше. Но здесь я уже нашел две монеты, пока еще на глаз, пока еще не смотрел через лупу на все эти монеты. Через лупу, когда вообще, когда просматриваете вашу коллекцию, вы даже можете не заметить какой-то маленький штрих, какой-то маленький брак, но все это существует. То есть через лупу, вот здесь я сейчас не смогу вам показать, но я вижу, что здесь маленький брак, оставлю ее. Просматривайте свои монеты через лупу, друзья. На глаз вы, может, даже не заметите какой-то брак, но с лупой вам будет более удобно и вам
станет ясно, эта монета бракована или нет. Так, что еще здесь? Ну, эта коллекция, как вы сами видите, все года, 2001 год, все года здесь собраны. Сейчас я еще не пронумеровал все это, то есть по годам не расставил. Это я сделаю в конце. Вот здесь тоже, видите, вот брак есть. Так что я ее посмотрю в конце. Опять же повторяюсь, друзья, если у вас тоже есть. А это монета Proof. Это монета, какой год? А, 99-й. Вот это уже интересно. Вот это уже интересно. Встань. 98-й. Здесь пока что интересно, ничего нету в этой монете. Вот еще один Proof. Как вы знаете, Proof по-любому стоит больше, чем простая монета. 2002 год. Ставим, посмотрим потом. Я вам скажу, что мне эта коллекция понравилась, так как у меня есть некоторые монеты, то есть у меня нет некоторых монет, которые есть в этой коллекции. Поэтому эта коллекция будет отличным дополнением к моей коллекции. Я полностью составлю комплект этих монет. Друзья, если кому-то интересно, я еще раз повторяю, я покупаю монеты, но монеты подписчиков, то есть вы можете сейчас увидеть это видео, просмотреть свои монеты. Если вы тоже хотите продать какие-то несколько из ваших монет, я покупаю их, разделяю то, что мне нужно, я оставляю для себя. Особенно бракованные монеты. То, что не нужно, я уже или перепродаю, или оставляю на будущее. Но опять же, я вас предупреждаю и повторяюсь. Старайтесь еще несколько лет продержать вашу коллекцию, так как мы уже стали живыми свидетелями того, как монеты увеличиваются в цене. Живой пример этому. 1971 год. 2 пенса королевы Елизаветы, которые стоили копейки, а сейчас стоят уже по 15 тысяч евро. Так что и эти монеты, поверьте мне, скоро станут редкими, дорогими, за которыми будут охотиться. Вот еще одна монета с браком. Ага, вот это уже монета с браком. Сейчас вам не, я не знаю, вам виден вот этот штрих вот здесь. Оставим ее, потом рассмотрим. Девяносто второй год. Нет, ничего не стоит. У меня много таких монет. Итак, друзья. Я давно сам не снимал видео. Повторю для моих новых зрителей. Меня зовут Иса. Я сам собираю монеты. Уже 40 лет. У меня очень большая коллекция старинных монет. Начинал я собирать монеты с античных монет, древних монет. Сейчас уже перешел на монеты бракованные. Так что если оба, вот еще один, еще одна монета бракованная. Но я вот через лупу, поэтому нормально все видно. Вот здесь видите, вот и вот здесь под буквой А. Нужно это все просматривать через лупу. Через лупу все будет нормально видно. Так немножко не то. Итак, друзья, я заканчиваю это видео. Надеюсь, я вам дал некоторую информацию о себе, о том,
что мой канал представляет. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите мне в комментах или на email. Если мне интересно ваше предложение, я отвечу вам. И потом мы можем связаться через WhatsApp или Telegram, как вам удобно. Последняя монета. Итак, желаю всем вам успехов, друзья. Хорошего дня. И если могу чем-то помочь, то пишите мне. Всем спасибо за внимание. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. До свидания.